Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня самый любимый мой рецепт блюд в горшочках. Самый любимый он потому, что на мой вкус тут идеальное сочетание минимальных трудозатрат, простоты подбора ингредиентов и вкуса готового результата. Ну, то есть у меня есть заначки, рецепты с таким же простым набором продуктов, но там телодвижений гораздо больше. Есть рецепты с практически таким же количеством телодвижений, но там подбор продуктов доставляет некоторые сложности. В сегодняшнем варианте все очень просто. Понадобится капуста, лук, картошка, морковь, мясо, укроп, сливочное масло, ну и соль, перец, лавровый лист. Все, больше ничего не надо. Очень важный момент. Тот самый идеальный результат вы получите, если не будете ничего менять. Не добавлять продуктов, не убавлять, не изменять соотношение, примерно, конечно. Начнете менять, все испортите. Нет, конечно же, вы не поверите, начнете одно на другое менять, свои варианты там подбирать. Все равно рано или поздно придете к моему варианту. Поехали. На дно горшочков кладем большое количество сливочного масла. Слой миллиметра 3-4. И не жадничайте. И не заменяйте растительным. Если беспокоитесь о талии, лучше вместо сегодняшнего рецепта салатик какой-нибудь приготовьте. Теперь берем острейший Самура Кайджу из АУС 8, закаленный до 58 единиц по Роквеллу. И нарезаем кусочками с перепелиное яйцо размером. Укладываем слой мяса довольно плотно. Вот так. А теперь соль и черный перец. Лук репчатый. Рублю кубиком. Почему именно кубиком, а не какими-то там кольцами-полукольцами, я уже неоднократно рассказывал. Его сразу в горшочке. И не надо уменьшать количество лука, потому что в этом блюде весь сок дадут овощи. Так, а теперь морковь. Картошка. И теперь укроп. Очень важный ингредиент. Рублю мелко. И капуста. Выбирайте зрелую, плотную такую, хрустящую. Количество должно быть столько же, сколько картошки. И это тоже очень важно. Уменьшите процент капусты, получится совсем не то. Укладываю очень плотно. Она даст сок. И, конечно же, посолить, поперчить. И накрыть крышкой. И в разогретую до 200 градусов духовку. Нагрев верхний и нижний. Заметьте, ни капли жидкости, только мясо, масло и овощи. Ну и примерно час на запекание. Примерно потому, что все зависит от реальной температуры в духовке и от размера ваших горшочков. Ждем. Сейчас не будет счастья. Эти горшочки простояли в духовке не час, а даже полтора часа, потому что все-таки она была недостаточно разогрета. Но я думаю, вы определитесь со временем готовки. Сами попробуйте вилочкой картошечку, там капустку. Очень ароматно. Совершенно потрясающее сочетание сладости картошки и за лук тоже сладости, солоноватости мяса, остроты, сладость сливочного масла.
какое-то феерическое блюдо. И капуста дает чудовищно много сока. Просто вот, просто фантастика. Вот я должен ухватить еще один кусок, извините. Чудовищно много сока. Однозначно, рекомендация к приготовлению. Это нужно готовить. Огромное спасибо, что досмотрели. Берите рецепт на вооружение, не пожалеете. Напоминаю, что если соберетесь обновлять парк ножей, то по промокоду FRESCO вас ждут скидки. Пользуйтесь. Спасибо за компанию. Всем пока.